Мистер Пуки проснулся. Пуки, Пуки-пуки. Опа. Значит, они идут про Лолочку, короче. Ну, Лолочка подходит к маме, спрашивает. Мама, а правда я такая страшная? А мама такая, сейчас ничего, а когда родилась, доктор сказал, зашевелится, стреляйте. Короче, встречаются два енота, вот, там, один спрашивает у другого, ну, как у тебя дела, как твои дела, типа, ну, а тот такой, да, сука, холодно, голодно, объявили запрет на орешки. А другой такой, сука, а я слышал, у вас енотов развелось, видимо-невидимо. Да, сука, они жесткие и резиной отдают. Вот дура, их же чистить надо. В камеру смертников заходит Батуа и Маслори. Маслори, ваш смертный приговор отменен. Вы свободны. Батуа не помнит себя. От радости Маслори добавляет. Эй, Батуа, улыбнись, вас снимают скрытой камерой. Ладно, не смешно, да? Значит, деревня, вечер тут. На краю деревни на лавке сидят Каруман и Маслори. Пролетел самолет, значит, опрыскал их, ну, выбросил парашютиста. Ну, это самое. Маслори, покуривая папироску, задумчиво. О, сапер летит, Каруман. Деда, а ты думаешь, что за сапер там? А Маслори, так кто же еще будет на минном поле приземляться? Ладно, все серьезно, не идут. Американец достает из холодильника последнюю бутылку водки и говорит русскому. Вылью. Я тебя, блядь, вылью. А? Итальянский мальчик спрашивает у отца. Можешь сказать мне, какие женщины самые верные? Брюнетки, рыжие или нормальные? Седые, сыночек мой, седые. Два дворовых пса внимательно следят за пушистой баллонкой. Красавица, вздыхает один. Не то слово, сука. Видел бы ты ее мокрой. Не фигура, а загляденье. Итак, анекдот на стриме у меня. Так, значит, дед Гадзу, пожалуйста. Базар Иксайз. 500 рублей с тебя. Так у меня нет 500, у меня только 1000. Спасибо, что без сдачи. Да, Маслори говорит, интересный у тебя утюг. Да, электрический, Китай, конец 20 века, династия дрянь. Итак, идет толстая Милана. В нее врезается Маслори на мопеде. Милана в крик. Ты что, объехать не мог? Маслори. Да, блядь, боялся, что бензина не хватит. Куда делся прошлый сотрудник? Ушел в декрет. Да, опасно тут, говорит Каруман. Итак, Каруман... Слушай, мама с маленькой дочкой у психолога. Говорит, что она всего стесняется, родственников боится. Психолог спрашивает у ребенка, какой из членов семьи самый страшный. Девочка отвечает, дедушкин. В смысле, типа мой страшный или что?